Кстати, нам камера шпион нужна. Поставишь? Камеру и мешки. Так, мешки сюда поставить, да? Два мешка покупай. Зачем нам так много? Мы все равно столько не наубиваем. Покупай! Куда тебе? Ну ладно, позицию для снайпера можно поставить. О, ну это вообще... Ладно, пошли, какая разница. Excellent. Мы еще не раз. И два. И приколись так с первого раза. Тюань-тюань-тюань. Вот я удивлюсь, честное слово. Вот серьезно тебе говорю, я удивлюсь. Мы будем все это делать. О, да ладно, о, все видно, серьезно. О, иди собирай, тебе посвечу. Давай, если я сейчас не зафейлю, это будет прям, я не знаю. Уже спалили. По-моему, тут одна карточка. Или нет? Я не помню, где у нас здесь камера, можно вырубить. Не, можно нельзя. Не, нет. А, нельзя вырубать. Блин, плохое место. Для отсюда. Для сейфа. Посмотри, кстати. Место для сейфа. Так там мне камера выйти даже не давала. О. Он просто на меня вышел. Вот, ну, я такой еще, знаешь, выхожу, типа, посмотреть, в какую он сторону идет. А он лицом ко мне поднимался. А, ну это нормально. То есть, понимаешь, они, да. То есть... Ты мешок возьми. Почему он у меня не помечается, слышь? Можно мешок через стену, кстати, брать тоже. Да ладно. Я вот что-то... Узнали. Так, планшик, да? А, это ключ-карта. Ух ты, да там все помечено. Нет, тут ключ-карта. Помечено. Да слышь, они задолбали, чувак. Может, я их всех уберу? То, что если они по лестнице так будут шмалять, это просто... Убирай всех, кто по лестнице ходит, они все равно нам будут мешать. Так или иначе, мы на них нарвемся. Я могу еще чувака, он на крыше, который по крыше ходит. Да не, нормально. Я троих, короче, должен брать. Прикрой, если вдруг снизу пойдет. Потому что здесь все равно минус 3 надо делать, минус 4 делать нельзя, иначе пойдет еще один. Ну ты помнишь. Да я знаю, да. Короче, давай. Спасибо. Угу. А вот это ты зря сделал. Да вообще пофигу. Они на это не реагируют, поверь. Реагировали. Проверено уже годами. Я все фонари выносил на карте. Так, а мне получается, я где это заметил? Косая. Кого заметил? Сейчас подсвечу. А, он внутри. Компьютер был. Я надеюсь, что... А, нет, здесь... внутри все подсвечено. Телефон. Ну, последний. Можно и так сказать. Все, я нашел, походу, этот шкаф у нас в идеальном месте. Ой, главное, сейчас не зафейлится. Главное не зафейлиться. У нас все на карте. Такое бывает очень редко. Очень бывает редко, да. Я отнесу. Шкаф, по-моему, вот здесь вот, если я правильно помню. Да. Вот, то есть, все идеально. Все, иди подсвечивай тогда. Я очень постараюсь не зафейлиться. Ну, главное у нас, как бы, если что, есть шанс на промах, но он потом... Заспавнится. Так, не говори мне, что ты сюда идешь, сучка. Убивать нельзя. Убивать нельзя, да. Нет, как бы, вот если вот прям жопа-жопа, то можно убить. Но просто потом заспавнится один чел, который будет ходить по лестнице, да, и который будет просто мешать периодически. Ну, в этом... О том и речь. Ты видишь, да? На первом нету, да? Ну вот, у тебя все горит.
Мне все подгорает, да? На карте. Это планшет. Так, еще. Еще остался жесткий, да? Все, по идее. Можешь тихонечко выходить, я... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. За стул спрячься, на тебя не... Да, ясно. Вон там чел сверху ходит, видишь? Да-да-да. А с чем он рядом ходит, кстати? Что там подсвечивается? Это... этот... стропы. Ну, это... А, понял. Ну, для снайпера. Угу. Так, это... этот... хранилище помечу сейчас. Этот говнюк сейчас сюда спустится, да? Угу. Угу. Все. Так. Сейчас, погодь. Сейчас, секундочку. Так, может я... Ты давай там постой, потому что тебе все равно активировать надо будет, а я попробую выйти. Окей, давай. Ну, смотри, мне здесь как бы быстрее ты бы мог остаться. Проблема Нет. в том, что мне, нам все равно сутки таскать. Нет. Че, так? Без... А, ну, вообще, не варик. Ну, ты понял, почему лучше тебе там остаться. Угу. Тут единственное, нельзя стекла бить. Это да. Вот стекла они только так палят. Я помню, как ты стекло разбил. Случайно. Хрен я там поймаю эти сумки. Они, поймал. Ты аккуратно, он там наверху же ходит. Один-то. Спалит еще, не дай бог. Как я сумки ловлю? Ну, как они у тебя тут летают. А, топ, зачем я сюда-то? Начал перебрасывать их зачем-то куда-то. Вот неизвестно, сколько их на карте ходит. Почему? Без скада. На камеру не попросил. Да я не знаю. Я сам в эту камеру упалю. Сам себя палю. Вот тоже непонятно. Вроде за камерами никого нет, а они палят. Вообще нечестно. Так, тут по лестнице писька ходит, аккуратней. Прям по лестнице писька? Ну, он уже ушел. Их трое, что ли, всего? Да. На карте. Четверо или пятеро, на самом деле. Не забываем о Нуандауне. Так. Так я тебе говорю, разницы нет. Можно считать, что мы на ДВ. По сути-то. Ты что тут делаешь? Он к стеклу уходит, так что стой там, не двигайся. Так, а давай я тебе помечу на всякий случай или не. Да надо? Я его не надо. Ты кто такой? Я вас не звал. Хотя в идеале тебе надо будет все-таки, чтобы поднялся. Зачем? Ну да. Чтобы мне сумки скидывал. Ну, давай. Так что давай, пробуй подниматься. Только аккуратно. Ну, как обычно, по одной сумке. У меня, в принципе, здесь никого вроде не должно быть. Я минуснул как раз всех, кто ходит на этом этаже. Лишь бы по лестнице никто не шел. Мне это дело любит. Так ты зачем так делаешь, ты псих? А чё? Ты дурной. У нас же куплено это сверху скидывать. А, ну ладно. Психотушный. А я думал, она в другую сторону будет. Не, она вот сюда как раз. Прям на этот этаж. Я говорю, вообще все идеально. Так, ну что тогда? Когда я тебе... Ты знаешь хоть где она? Она прям рядом с пакетами стоит. Ё-моё. Ну так единственная. Тут больше некуда кивать.
видеть моя мама. Они еще могут к тебе заглянуть. Да я в курсе. Я пока кокс скину. Так, он вроде ушел, да, наверх? Не, вроде, да. Так. И дай. И вторую. И сразу третья. Потом пока подожди. Я их прикину. Ну, так, на всякий случай, знаешь, чтобы... Можно было бы, конечно, все перекинуть. Чекай пока. Покататься, что ли, решил? Ага. Ты в курсе, что они тебя там с окна заметить могут? В курсе. Я самоубьюсь, если они меня увидят. Я просто отцеплюсь от стропления. Вы ничего не видели, мужики. Птичка прилетела. Птичка, ты... Давай. Что, готов? Я не знаю, чекни мне, где они. Больно знаю, сейчас чекни. Да, скидывай. Где они там? И за ней еще одну сразу. Сколько? Две осталось там, да? Угу. Скидывай сразу. И потом будет жопа с зёли там. На, следи. Они обратно так не... Вверх не поднимаются. Нет, золото слишком тяжелое для этого. Так, я пошел. Да-да-да. А, надо... Подожди. Сейчас какой компьютер надо взламывать? Наш и... Или... Тот, который... Ты вот который где их. Стоял. Который там, их. Да. Где ты стоял, там же... Я ж тебе его пометил вроде даже. Вонючий пинг. Он мне там через щель какую-то заметил. Это же, по идее, у меня пометка идет, когда я не двигаюсь. Ну, у меня тоже такая стоит. Где он? Где он? Кунилопа. Вон, ушел. Не знаю, я не двигаюсь. Совсем он ушел. Так, что, готов? Ну, да. Так. Я-то готов. Только три, там надо открыть хранилище, два, и не запалиться один. На лазерах. Давай, понеслась. Просто из хранилища все вытаскивай. Лазеры. А, ща, подожди. Три, два, один. Все, понеслась. Там к тебе чел спускается, если что. Открой. Ну, он ушел. Успеешь? Вроде должен. Не пи... Чё не пикает? Успел. Ты это... Чё, я к тебе иду? Ну, камеру эту... Так я знаю. Не пиликует. Неприятно. Все, я успел. Да ладно, они не отключаются, не включаются? Раньше включались. Говоря. А, включились. Я только что слышал, что включились. А, да. Что-то как-то долго сделали. Раньше, по-моему, быстрее врубались. Вау! Капец. Вот это жопа. Тут дан, чуть неждан не словил. Ты вынес сюда, за кровать бы положил. Так они могут заметить. За кровать-то не? Да, могут. Нафиг не труп. О-о-о-о! Че? Два брата акробата на крыше. Это хорошо. Что они на крыше, значит, то, что... Не, на лестнице-то их нет.
Не знаю, заметит он меня на таком расстоянии? Ну, он может, кстати. Не-не-не. С палевностью 3? Удачи ему. А чё сразу? На стропы-то никак, да? Зачем мне на стропы? Опа, ленивая. Короче, давай я тебя буду относить наверх, а ты будешь там как-нибудь уже сам. Ты можешь мне... Ладно, я попробую сделать так, что я закину за твою кровать. Но если спалят, потом на меня не гони. Понятно. Не, я тебе говорю, я все время за кровать скидывал. Самую крайнюю забирай. Ну, и оставим им труп, чтобы комиссар уж точно сел надолго. Мы же, по-моему, комиссару подкидываем. Вроде да. Так, наверху никого. Наверхуд. Так, я тебе скинул сюда одну. То, что я делаю, это извращение, но... Это рискованно. Просто я спускаюсь, глядя только в одну сторону лестницы. На тебе вторую. Не, я тебе буду скидывать, ты просто относи. Тебя бы в идеале надо прочекать. Потому что мне с жопой чую, что что-то пойдет не так. Бывает такое, когда слишком самоуверенный. Сейчас я посмотрю. Не, вроде все. Их трое, да, ведь? Вот как раз они все сейчас на первом этаже, если что. Вот. Мне нужно, чтобы ты отнес сумку и пошел со мной вместе последнюю сумку относить. Их там две, да, внизу осталось? Я пока постою за колонной, потому что я опасаюсь за то, что нас могут с тобой запалить. Я не вижу, где последний чувак. И он пошел на камеру. Я надеюсь. Что такое? Он пошел на камеры. На камеры, да. Все. С первого раза. Да. Удивление мы даже это для нас нонсенс. Все расстраиваем, да. Это было неожиданно. При том, что самое смешное, первый день был, сколько раз фейли. Было смешно. Да, и мне вот нравится то, что... Вон, смотри. Три ачивки, да. Да, ну мне две. Frame per second и... Еще что-то дали, короче. Не две ачивки, короче, дали. Ну, золото я уже уносил. Завершить все контракты слона на уровне сложности «Жажда смерти». А? Кстати, да, возможно, мне это тоже и дали. Мне больше нравится бонус за следующий контракт. Нам дают 25% опыта. Это самый большой опыт, по-моему, который здесь вообще могут дать. Более чем это получить нельзя, вроде бы. Все на ДВ закрыт. А все почему? Потому что больше нету про джоба. Да, я помню, с этим была проблема, вот с этим контрактом конкретно. Кому-то выпали опять цвета. ГГшеньки. Ладно, в общем, что я хочу сказать. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока, дорогие друзья. Мы будем проходить что-нибудь дальше когда-нибудь. Так что всем удачи. Ага, пока-пока.